Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес, мы продолжаем играть в Cats. У нас сегодня будет интересная, интереснейшая серия, так я поставлю прям второй ящик на таймер. Ну что ж, давайте будем сегодня смотреть, что нам сегодня выпадет, какая у нас тачка сегодня получится. И, ребята, если вам нравится Cats, вы хотите, чтобы серии выходили намного чаще, обязательно прямо сейчас можете поставить лайк, потому что игрушка действительно очень-очень прикольная. Ну что ж, давайте не будем тянуть, погнали вперед. Открываем ящик, нам падает дрель. Три звезды, проныра, три звезды. А, так, катер, циркулярка. Ну, окей, пока что-то не особо, конечно. Но посмотрим, что нам спонсоры подарят. Может, нам спонсоры что-нибудь подарят? Деталь от спонсоров, так? Лазер у нас есть, ракетница, прикольно, нитро. Ну ладно, окей, окей, окей. Может, что-нибудь железное нам сыпанут, а? Так, комплект здоровья. Вот это хорошая тема. Это хорошая тема. Я бы, пожалуй, наверное, и воспользуюсь. Она очень мне нравится. И один кристальчик зелененький к нам прилетает. Ну, замечательно. Давайте мы сегодня попробуем, что у меня получилось. Такая маленькая точилочка. Я ее попробовал, но, в принципе, она мне понравилась. Ну, я поставил туда лазер, и она у меня наполовину из железа уже собрана. Ну, в общем... Я надеюсь, что она должна прям сегодня затаскивать. И что ж, у нас первый бой сегодня начинается. Посмотрим, насколько она будет хороша. Поднимаем его. Так, посмотрите, какой у нее урон. Ну, просто сразу же сносим. Иногда она ваншотит, и это круто. Так, нам падает один кейс, один сундучочек нам сыпется. Окей, давайте мы еще сейчас две битвы сделаем. Ох ты, у него почти полное железо все. Нифига себе, вот это да. Вот это у нас снес. Так, ладно, окей, окей, окей. Хорошо, ничего страшного, бывает. Бывают такие моменты. Но если мы удачно попадаем... Смотрите, у него два даже лазера. Вот смотрите, сразу почти снесли его. Да, порвали. Я практически слил его за один выстрел. Вообще, крутой лазер у нас упал, это железный. Мне кажется, он должен прям вообще быть... Омега крутой. Так, смотри, что заточило? Блин, циркулярка, фигово, фигово, фигово. Ну, мы его почти слили, осталось у него совсем немножечко здоровишка. И мы сейчас, наверное, его однозначно добьем. Что ж, попробуем, прокачаем ее, точилу. Может быть, что-нибудь сейчас интересное. Посмотрите, с одного выстрела сразу убрали. Есть, отлично. Мы готовы, наверное, дальше... Может быть, я в нее что-нибудь еще волью, а? В этот корпус, в принципе, неплохой. А, можно, кстати, здоровьишко туда влить и в корпус колесо или гаджета, чтобы улучшить здоровье. Так, нет, давайте вот сюда. Мы вольем сюда вот так вот 36 здоровьишко прибавляем. В принципе, можно влить еще, если на валун 30% поставить урона. Давайте попробуем, что мы теряем. Что мы теряем-то, особенно, ничего такого большого. Так, 18 мы прибавили здесь. Нам еще упадут... так, о, можно еще энергию прибавить немножечко. Ну, у нас, по сути-то, она, в принципе, и так хорошо все работает. Так, у нас еще упали новые корпусы. Кстати, вот эта вот тема очень классная. Титан, но, правда, первого уровня, это вот прям не очень... так, ну, корпусы, конечно же, у меня, посмотрите, сколько их много, мне уже тут насыпалось прям вообще очень-очень приличненько. Мотаем дальше, я даже не знаю, какой корпус мне использовать лучше. Ну, в общем, вообще жесть, это все нужно вливать, это все нужно влить в нашу замечательную точилу. Я попробую сейчас в колесо что-нибудь влить. А также мы сегодня попробуем какие-нибудь ненужные вещи, используем сделочки, сделаем какие-нибудь очень удачные. Так, колесо есть какое-нибудь такое ненужное прям вообще? Диск, диск, диск. Давайте мы просто вольем в это колесо. Можно нам улучшить? Можно нам улучшить его, нет? Что это у нас произошло? Подожди, почему здоровьишко не... Ладно, окей. Давайте это, может быть, колесико маленькое у нас где-то должно быть вот так вот. Прибавляется потихоньку. Так, а это что? Нет. Тоже прибавляется. Окей. Можно его еще качнуть. Можно его еще качнуть. И что из него получится? Так, вот еще есть два колеса, кстати. Давайте. Я все равно ими не пользуюсь, поэтому... куда мне их девать? Всолить, что ли? Так, 70 здоровья у нас здесь есть. Здесь у нас...
Так, чтобы еще нам качнем. Давайте, может быть, и наш лазер прокачаем. Раньше мне лазер вообще не нравился, ей-богу, но этот лазер намного лучше. Если один раз попадаешь, он даже сразу с одного удара валит. Это вообще крутая тема. На самом деле, мне очень понравилось. Так, вот у нас еще есть лазеры. Лазер в лазер вольем. Давайте попробуем. Все равно я им пользоваться вот этим точно не буду. Но, блин, походу много нужно будет выливать. Прям вообще серьезно. Наверное, мы это делать не будем. Мы и так прокачали, в принципе, неплохо. Так, корпус я качнул. Давайте мы сейчас ставочки сделаем. Сделаем ставку. У меня есть много всякой хрени. Так, кто у нас выиграет? Кто у нас выиграет? ХС или 1543? 38 секунд осталось. Давайте ставку на, например, ХС я поставлю. Что мы на него поставим? Что-нибудь тоже ненужное, скажем, давай, быстрее, мотай в конец. Ну же, родимая. Так, чтобы у нас такое прям можно найти, я, пожалуй, колесо на него поставлю, если мы сейчас успеем, конечно же, там. А можно на него сверло поставить, нет? Перетащите на иконку, вот так вот, да, ставим сверло, одного у нас. Детали на иконку одни, да, уверены, хорошо. Все, перетаскиваем сюда. И кто у нас выиграл? Погоди. Одна секунда, две секунды и смотреть можно. Ну что ж, давайте, мы успели. Я болею за Лео. Давай, добро, затащи. Да, мы победили. Это обалденно. Мы победили. Все поставленные детали получают бонус плюс 1% для классика. А, поставленные детали получают бонус плюс 1. 27 нам еще насыпают тоже бонусов, но мы победили прям с незначительным перевесом, это было интересно. Окей, ладно, давайте попробуем сейчас в чемпионате поучаствовать. Посмотрим, на что наша малышка годится. Она, конечно, очень забавно смотрится, но черт подери, может, нам сегодня повезет и мы сегодня затащим. Так, с одного удара сливаем. Да. Давай, поднимай его. Отлично, вторая победа подряд. Так, неплохое начало. С одного удара. Затаскиваем. С одного. Ваншот, ребята. 4 победы подряд. Вот это мы слив. И еще с одного удара. Вообще супер. Смотрите, какой лазер-то крутой. 6 подряд. Мы просто нагибаем, да, с одного удара сливаем, ребята, выстрела, вернее, это просто что-то невероятное. Еще один выстрел, и все, противник просто в щепки. У меня аж даже горло пересохло, я в шоке. Просто не ожидал, нифига. Так, переворачиваем, долби его, да. Красава, 10 побед подряд. Я что-то такого не помню. О нет. Я прям водички попью, не могу это смотреть. Ну давай. Блин, походу мы проиграем. Чуть-чуть, но... Ай! Ну это победа была. Смотри, железный против нас абсолютно. Чувак весь из железа. Подтолкни его, но немного. Вот зараза, а. Вот зараза, по-моему... Он нас подтолкнул чем ближе, но в прямом таком бою нам нет равных пока. А вот только вот вы проигрываем, только вот за этой канители, то, что нас поближе к этим тракторам подталкивает. Так, неплохо. Блин, перевернули, он длинный, он может быть вперед меня, нет? Да что ж ты? Ну давай же, блин, гад, а? Перевернули меня. 10 подряд было побед, и, к сожалению, 3 победы мы сейчас отдаем, но... Ах ты! Еще перевернули. Давай, скорее его подальше толкай. Вот мерзавец, а. Так, по-моему, он ближе будет, по-моему, он должен первый слиться. У него здоровье, кстати, больше, чем у меня, у него 500 здоровья, и, походу, да. Да, он сливается, нам повезло, 11-я победа, и... В принципе, неплохо. 10 побед подряд, и мы выходим на 3-е место. Довольно неплохой, я думаю, результат. На нашей крошке мы затащили. И мне кажется, если ее еще сильнее как-нибудь прокачать, то это вообще будет обалденно. Так. Что можно ее... Как ее можно еще усилить? Если мы придадим ей, например, еще больше урона, может быть, а?
Ну вот единственная наша слабая сторона это то, что нас... Давайте еще урон, наверное, вольем. 18 еще, 155 вообще урона у ней получается. И может быть сейчас еще в лазер в этот волью. Давайте прям побольше насыпем туда что-нибудь прям такое мощное. Ну, больше 150 уже это очень хорошо. Хотя, ну, в дальнейшем, естественно, наверное, появится у нас лучший лазер. Я так думаю, давай еще сюда. Давай еще вот так, если у нас монеток хватит. А, вы точно хотите пожертвовать деталью второго уровня? Погоди, это у нас второй уровень, да? В принципе, у нас первый уровень. Но первый уровень такой мощный, что мне не жалко даже. А если мы, наверное, пилу закрутим сюда? Можно такое сделать вообще? Можно? Пилой как-нибудь? Не, ну совсем малюсенько будет у нас. Так, чтобы такое закинуть еще побольше. Боюсь, монет может не хватить. Так, вот сюда 2300 осталось монеток. Может быть, колесами заполним это все, это всю вещь. Так, вот так, колесо одно. Второе, блин, не хватает монеток, по-любому не хватит. Давай еще колесо. Так, немножечко нам... Во, нормально, смотри, как она прям увеличила. А вот это вот еще. И вот, нет, не хватает уже монеток, к сожалению. И, к сожалению, прям, ну, мы все равно ее усилили. Давайте еще раз попробуем чемпионат перепройти. Может быть, нам сегодня повезет. И, ну, надеюсь. Так, неплохо. Слушайте, я прям вкачал-то ее здорово же. А, это почему же ты пододвинулась ты ко мне? Ну вот мерзавка. Смотри, что делает, а. Блин, немного меня дальше подтолкнуло. По-моему, мы сейчас первый сольемся, да? Жаль. Мы сейчас качнули же лазер. Он у нас должен прям вообще быть крутой. Ну, по дамагу мы сносим. По дамагу мы пока тащим. К сожалению, вот из-за этого корпуса нас легко очень перевернуть. Это печально. Это печально, что прям в самом начале попались нам такие соперники. Очень жесткие. Но корпус у него прокачаннее, чем у меня, естественно. Так, в потолок куда-то закинуло. Окей. Давай, родимая, блин. Что ж такое? Первая попытка была намного лучше. Может быть, сейчас соперники те самые, которые нам попадаются, попадались в финале, они сейчас нам попались. Так, давай, сносим его. Вот нормально, с одного выстрела. Да. Уничтожили этого гада. Ну, еще. Начались победы. Нормально, вторая победа. Тащим с одного выстрела. Вообще изи. Еще. Четвертая победа. Так, разгоняемся. Пятая победа. Вперед. И только вперед. Шестая победа. Разогрелись, но... Есть, седьмая победа. Отлично. Да, этих гадов мы сейчас быстренько сольем. Так. Прекрасно. И еще немножко. Да. И девятая победа. Так, осталось сейчас. Сейчас лишь немножко переворачиваем его. И отлично. В принципе, десятая победа. У нас лучший результат был 11-я победа. Ну, вот сейчас опять этот же гад попался. Главное нам сейчас его вперед перетолкнуть подальше. Ну же, 11-я победа, надеемся, что сейчас мы его сольем. У него здоровье-то больше, и, в принципе, дамага-то вполне нормально. Давай. Да, отлично. 11-я победа, 11 побед подряд. Ну, не подряд, а вообще в общей сложности. В принципе, пока на третьем месте держимся, это, в принципе, неплохо. Нам осталось немножечко как-то нужно прокачаться. Может быть, нам сундуков что-нибудь упадет интересное. Я надеюсь на это, что сундучки нам упадут. И появится новый корпус какой-нибудь железный. Я бы хотел лазер взять какой-то очень бодренький, чтобы он прям затаскивал обалденно. Может быть, нам нужно было наклеечку сюда сбабахать, и все было бы намного лучше. Ребят, ну что же, если вам нравится Кэтс, обязательно прямо сейчас можете ставить лайк, советуйте в комментариях под этим видео, какие корпусы, на ваш взгляд, лучше, какие-то, может, комбинации, еще что-то. Очень будет интересно мне почитать ваши мысли. Я буду с вами прощаться. С вами был Родригес, вам желаю хорошего настроения, успехов, удачи, подписывайтесь на YouTube-канал. Всем счастливо и пока-пока!